Житко Геннадій Васильович. Мороховська Ніна Михайлівна. Сніцерьова Ніна Івановна. Людмила Павловна. Бондар Тетяна Анатоліївна, мать троїх дітей. Тетяна Ніколаївна. Валентина Івановна. Ми не можемо не тільки що комунальне платити, навіть хліба собі купити потім. Зарплати маленькі у нас. А ще дітей треба піднімати, учити. Буває таке, що голодаємо взагалі. За счет огорода я еще держусь. И все равно и огород дорого, потому что сейчас вот такая погода, засуха. Поливаем, лимо, а это же все электрика, все копеечка. Невозможно там пенсионерам оплачивать. Эти вопросы волнуют не только меня, но всех людей, которые живут на пенсию 1600 гривен. Мы поднимем минимальные пенсии, чтобы люди не получали 1500-2000 гривен. И чем закончилась пенсионная реформа, так называемая? Тем, у кого были маленькие пенсии, они получили маленькие доплаты. У кого была пенсия 1500, он получил 150 гривен. У кого была пенсия 4000 гривен, он получил 8000. Разве это справедливо? И мы это уберем. Мы ликвидируем эту пенсионную реформу и будем постепенно, шаг за шагом, поднимать пенсии тем, у кого они мали. Мы надеемся все-таки, что придет новый премьер-министр, будет новый у нас уряд, и все-таки у нас должно быть гораздо лучше, будет у нас все хорошо. Мы ждем только Бойко. Он для народа. Меня очень беспокоит вот это вот падение производства вот на Украине. Уменьшение тарифов для населения, ну и поднятие экономики. Не можем выжить в связи с тарифами и в связи с подорожанием на все, на питание. Я всегда говорил, что снижение стоимости газа – это снижение хлеба стоимости, сахара. И вот здесь мы это видим. Потому что в себестоимости хлеба 70% – это газ. Если он будет снижен в два раза, как вы договорились, не 8 тысяч будет, а 3 800, то, соответственно, батон хлеба будет стоить не 15 гривен, а 10. Еще останутся деньги на повышение зарплаты людям, которые делают этот хлеб, на повышение инвестиций, на переоснащение производства. И это очень важно, потому что это затрагивает всех. Мы очень надеемся на Бойко. Я желаю ему победы, чтобы побольше процентов набрать, и чтобы действительно он стал премьер-министром. Добросовестно его верю, и я надеюсь, что он только может потянуть. Думаю, что в стране будет лучше. Мы верим ему.